же просил подождать. Так, Джайна, в сторону. Первый снег, приветствую, ребят, всех, с вами Фейн, сегодня у нас ОТК Гул'дан, да-да-да-да-да-да, очередная ОТК-дочка, но в этот раз у нас комба из целых, мать твою, 7 карт, что будет вообще, наверное, невозможно, но я попробую ее собрать, возможно, получится все невозможное, возможно, как говорится. Первый снег, ребят, если ждете первый снег, напишите это в комментариях, ну или если вы уже дождались первый снег. Осталось дождаться анонса нового дополнения. Оу, Драконоприст, вот это интересно. Ну, нам нужно каждый ход прожимать обилку, что, в принципе, логично. Мы же ищем комбу, и сейчас у меня только одна карта для комбы есть. Монетку не буду тратить, может быть, на next ход. Так, одна карта из комбы, да, не густо, не густо. Не густо, не густо. Да ну ладно. Просто может быть покатуха, я поэтому... А хотя какая разница, если бы он покатуху бы ее занул, то типа все равно он меня похилил. Что такое? О, тут хорошо, тут есть Silence. На это у меня есть ответ. Твоя магия тебя не спасет. Они все ждут первый снег. Вообще можно так, да, затрейдить? Да, давай. Нормально. Да, хуленово, но типа хуленово, ну чё, на anyway убивало все. Покатуха вот быть неприятная. Покатуху отдаст, возьмет сюда, разберет, 1-2 и 4-3 разменяется. Ну или так. А, по идее, пофиг. 5-6. О, принцесса пришла. Принцесса, это хорошо. Принцесса Нури. Угу. Также продолжаю мелочь спамить. Потом, может быть, с монетки нам костяная кобыла. Хотя нам одна нужна для комбинации, другая не нужна. Три карты из комбы есть. Осталось еще 4 найти. Что вполне возможно. Учитывая то, что там Dragon Potion пойдет. Более чем уверен. 10 карт. 10 карт. Что я сделаю? Это самое. Добор. Добор и четверка, да? О. Он почистит стол. Я вот это не хочу. Ну ладно, пофиг. Сейчас пойдет овешка. Так, ну осталось 3 карты найти. Уже есть, в принципе, 1, 2, 3, 4. 4 карты для того, чтобы провернуть неимоверную комбинацию. Дикая ОТК, что-то в последнее время поперло меня на ОТК, и я думаю, вам тоже это нравится. О, нормально, нормально, слушай, ну уже близко вообще к правде. Так, близко к правде, только вот сыграть нечего. А карта 10. Угу. Это проблема. Это небольшая проблема. Придется просто монетку выкидывать, я так понимаю. На, где дерьмо? Нам раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одну карту надо найти, поэтому терпим. Ничего играть нельзя. Тупо, чтобы не сгорело. Нам остался еще один манипулятор. Ну и 10-я мана. Блин, а вот это не очень. А вот таунт, знаете ли, не очень. Ну, весь некрок, окей. Надо было сначала добрать, миссанул один урон. А, пофиг, это не важно. Миссанул один хил. Я вообще думал, что у меня два. Ну ладно. Ну, 13 карт вообще. Очень близко к правде. Ну, может быть, и не очень. Так. Будет обидно, если у него второй. Бон Мэйр в руке. Будет супер обидно. По идее, должно все получиться. Если у него сейчас нету контры, если нам приходит второй манипулятор, то мы как бы все. То наша как бы победила. Главное, только последовательность не затупить, а то как и обычно.
А то я знаю себя вот, в ответственный момент. Вот. Не вовремя выйти. А, ладно. Ебой. Да, манипулятор. Нет, не манипулятор. Даже близко не он. 9 карт. Окей. Давай так. Освободи меня. 10 карт. Всего 10 карт. Блин, там еще дракон 4-8 может быть. Раз он начинал с 1-3. Это как бы пофиг. Это как бы тоже пофиг. Но! Блин, как быть тут? Они все ждут первый снег. И я тоже жду первый снег. Все ждут первый снег. Первый снег. Ай, не знаю, блин, это даешь, типа тут 2 хп остается. Херня какая-то получается. Я сюда не звал. Твоя душа принадлежит мне. Ебой! Так. Надеюсь, он мне 19 заход не снесет. Я надеюсь. Так, комба готова. Комба готова, ребят, готова! Так. По-братски, братан. По-братски, братан. Ну, блин, ему может и хватить урона. Вот в чем проблема. Там 12, там буквально, сколько там, 5 урона? Нет, 6 урона не хватает. Блин, такой отстой. О, ну камон! Ну какой 4-8? Ему надо все трейдить. Ой, блин. Лол, он в лицо пошел? Ебой! Тогда пофиг вообще. Тогда это ГГшечка. Так, это убираем. Это раз. Потом играем портал. Потом играем принца за 3. Где принц за 3? Принц за 3. Потом играем второй портал. Потом играем Лероя. Потом играем Бонмейра, то есть вот это, кобыла. Потом играем манипулятор. И играем еще один манипулятор, и это восхитительная комбо ОТК Вомба. 10 из 10, ребят. Ну, это... И это недостойно лайка, ребят. Это достойно лайка, и причем я не делал это 2 дня. С третьей попытки у меня получилось провернуть эту комбу, я настолько рад, что просто забей. Чел, наверное, вообще сейчас друзья меня добавит. Блин, как же круто. Эти Лерои просто 30 урона с пустого стола. Просто изейшая. Конечно, никому не советую собирать колоды. Да вообще, я давно об этом говорил, но, может быть, не напоминал, да, ребят? Как бы не собирайте колоды, которыми я играю. Потому что, ну, если у вас нету этих карт, там, специально крафтить что-то не надо. Не надо. Остановитесь. Потому что винрейт у этой деки, скорее всего, там 0. Ну, хотя у этой, наверное, побольше, чем у предыдущей. Но, тем не менее, такая вот колодка. Может быть, если еще какие-то забавные моменты попадут, то я еще сниму эту колоду. Так что не прощаюсь. А если прощаюсь, то, знаете, вы самые лучшие, ребят. Да-да-да-да. Поставьте там лайкосик, подпишитесь на канал. Всех целую, всех люблю. Ждем пиратов. На самом деле, давайте немножко отойдем от темы насчет пиратов. Я очень разочарован в том плане, что... Так, сладенькие, спасибо, что посмотрел эту замечательную ОТК-камбу. Дальше Харатасуна больше не будет. Мы поговорим именно про дополнение. Не хотел я делать отдельный ролик. Все это будет в одном. Так что спасибо тебе за просмотр. Если тебе не интересно слушать про то, что я думаю про новое дополнение, то всего тебе хорошего. Ну, а мы дальше послушаем, что я тогда там напридумывал, на самом деле. Там недолго, пару минут. Все карты показывают на то, что будут пираты. Я очень сильно надеюсь, что Бензы все-таки одумаются. Я держусь за тот факт, что когда Бен сказал,
Вот никто еще не догадался, что будет за дополнение, но на Reddit уже каждый второй говорил про то, что типа будут пираты, скорее всего, прежде всего подходит тема пиратов, типа золото пираты, все просто. И тогда Бен сказал, что никто еще не угадал, что за дополнение. Поэтому я надеюсь, что еще маленькая доля, еще маленькая надежда такая вот, надежденька сидит все-таки, и возможно они будут пираты, возможно. Я, конечно, не говорю, что это супер плохо. Может быть, оно будет интересно, вот эти вот пираты, да. И в общем будет дополнение про пиратов, но, понятное дело, там какие-нибудь, может быть, морские бои, не знаю, корабли нам добавят, не знаю, поля добавят битвы, например, поле битвы на воде, прикиньте, было бы круто. Просто в Югио была такая тема, когда я раньше играл, там поле битвы менялось, можно было поменять, и определенный, например, ты ставил лес, да, и... существа, например, лесные, получали баф какой-то, там, плюс один к атаке или что-то типа того. Ну, там было, там больше суммы были, больше атаки. Но, тем не менее, типа, ты там ставил какую-то бездну, да, и, например, все демоны получали урон. Вот это было бы круто, но такое навряд ли добавят, потому что это уже слишком не казуально, да, было бы сложно там еще и про поле думать, еще про все. Но эта идея офигенно крутая. Я бы хотел вот именно поле в Хардстоуне. И колоды были бы совсем другие, там одно поле бы перебивало другое, контрило третье. Было бы вообще очень прикольно, но это такое навряд ли когда-нибудь добавят. Но если добавят, то будет круто. Так вот, очень недоволен тому, что будут пираты, но в принципе я понимаю, что это будет просто взято как общая тема. И скорее всего там добавят все подряд. Потому что, ну как бы, пираты можно добавить, да чего угодно можно добавить. Там этих же пиратских попугаев каких-нибудь, еще не знаю, там. Все что угодно, и... Но увидим, скоро 3 ноября уже сказали, что будет анонс, поэтому ждем, надеемся. Я думал записать отдельный ролик, поэтому если вы хотите, то я поподробнее расскажу, то есть, что в комьюнити проходило, откуда все эти догадки, но, скорее всего, я не успею это до 3 сделать, поэтому, ну, типа, такое... Я сказал, да там все просто. Первым делом показали, на официальном сайте вышла такая тема, что проводится какой-то турнир, бла-бла-бла, и там 4 герба. Один отвечает за Унгора, другой за РЛТ, третий за Прибамбаск, а четвертый отвечает непонятно за что. Но он нарисован на нем как бы буконьеры. Буконьеры — это как бы подразделение пиратов, да, там есть корсары, буконьеры, ну и так далее. И вот как бы четвертый отвечает за это, за пиратов, и все такие, ну все, будут пираты. А потом за виртуальный билет на BlizzCon нам говорили, что дадут легендарку, золотую легендарку, да? И ею оказался просто пират. Ну, по всем приметам это пират, то есть, картинка на лицо, это пират. Якобы дадут какого-то легендарного пирата. Ну и все сразу приуныли, потому что, ну, блин, все, дополнение про пиратов. И я в том числе, но, есть одно но. Возможно, она никак не будет относиться к дополнению. Обычно вот эти вот, хотя тогда, когда выходили другие карты, вот эти... не знаю, как они называют, ну, особая карта. Так вот, особая карта, когда выходила, которую давали за какую-то там, за первую покупку в магазине, давали Гелбина, потом давали этого самого Таурена, как он там, Чиф Таурен, как его зовут, короче, и ХТЦ, в общем, для народа, чтобы понятно было. ХТЦ, когда давали, там тоже ничего не было, никаких дополнений. Возможно, этот пират будет не связан с дополнением. Ну, типа, просто пират. Почему нет? Может, он вообще не пират. Может, добавят расу человек, не знаю. Это было бы странно, конечно. Или там бандиты. Не знаю, бандиты и пираты. Была такая шутка, что будут, типа, ниндзя против пиратов, потому что как-то Blizzard пошутили на эту тему на одном из интервью, но я не думаю, что так будет. Так что, ребят, ладно. Надеемся, что не пираты. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ну и еще небольшой постскриптум. Скорее всего, мои догадки, что я строил, ну, помните, если вы видели там про подземья и про бойцовскую гильдию, не сбудутся. Жалко, конечно. Но ладно, скорее всего, мы увидим пиратскую бухту. Есть еще один забавный арт, который я, когда услышал про пиратов, начал посмотрел на арт и увидел вот такую вот, значит, пиратку, да, и мы видим ее золотую руку, под ней есть монеты и бриллианты, похожи как на арте, которые мы выяснили, что это вроде бы как арт Блискатрона, но, может быть, видите, такая золотая рука, которая как и у пиратки, да, поэтому, скорее всего, мы увидим пиратскую бухту. Не знаю, напишите в комментариях, что вы по этому думаете, и вот теперь точно всем удачи, всем пока.